Всем привет! У нас сегодня прекрасная погода в Москве, и мы отправляемся в небольшое путешествие из порта Серпухов в Калугу. Мы дойдем на катере до Калуги, там мы переночуем, погуляем по Калуге, и потом вернемся назад. Все это мы попытаемся успеть сделать в выходной день с субботы на воскресенье. Боня, что там происходит? Боня следит за всем процессом. Как и полагается настоящим путешественникам, я с собой беру чаек в термосе. Вот один уже готов. Сейчас еще этот сделаю. Ну, а это мой туристический лук на сегодня. Ну, а это мы уже приехали на лодочную станцию Лужки. Это недалеко от порта Серпухова. Это такой ресторан очень классный, очень вкусный. Здесь обалденные закаты. И сейчас будем спускать катер и попробуем дойти до Калуги. А вот тут ребята спускают гидроциклы и на них катаются. А еще я себе для лодки купила вот такие клевые очки на заправке с поляризацией. Офигенные, вообще мир в них видится в таком классном цвете. Но реально очень удобные, конечно, когда на лодке идешь, и когда на мотоцикле. Вообще просто супер незаменимая вещь. А у нас вот такая остановочка по дорожке. И что-то куда-то солнце делось. Немножко пасмурно, но надеюсь, что еще выглянет солнце. Эта штука у нас управляется с пульта, из кабины. Это такой моторчик. А вот у кого-то сплав на байдарках. Это сейчас мы как раз проходим знаменитую усадьбу Поленова. Это русский художник. Очень красивое место. Мы сюда приезжаем каждую весну погулять. Но мы тут уже были. Это уже город Таруса. И вот такие прогулочные теплоходики мимо проплывают. Песчаные, и люди рыбачат прям посередине реки, можно сказать. Это уже за Алексином в сторону Калуги. А вот перед нами понтонный мост. Сейчас мы попробуем под ним пройти. Вот лодка перед нами, они уже сняли верх и пытаются там пройти. Да, и они сейчас пройдут. Нечеловеческими усилиями мы кое-как вот тут прошли этот понтонный мост.
коровы, то ли кобеля проложены. Так и не понял, это мы подошли уже к Калуге. Вот мы уже дошли до Калуги. Это лодочная станция «Бригантина». Бензина тут нет. Хотя мы думали, что есть. В интернете я читала, что есть, но они говорят, что бензина нет. Отсюда можно вызвать такси и поехать уже в город, что мы и сделаем. В общем, перед Калугой в деревне Дубки был понтонный мост, и он очень низкий. Его можно пройти, если только 1.20 м высота или 1.30 м максимум. Ну, или запрашивать, чтобы его развели, но, как нам там подсказали ребята, говорят, что это, в общем, нелегкое дело. Вот такая эта стояночка. Кстати, стоит сутки час. Очень любезные люди, приятные, помогли пришвартоваться. Все хорошо, тихо и спокойно. Вот такие тут лодки огромные паркуются. И отсюда без проблем такси можно вызвать. И рыбоохрана, кстати, тут паркуется. То есть совершенно безопасно. Ну, а это немного самого города. Мы едем от лодочной станции «Бригантина» в самый-самый центр. Там находится наш отель «Four Points Sheraton». И это такие, ну, небольшие зарисовки, как в целом выглядит город. Забегая наперед, скажу, что в общем и целом мне очень понравилась Калуга. И прям рекомендую. Да вон сейчас я шел мелкой, 1.5 м. Ну, посерьезнее. Да, раньше коварная была, с подворотами. Оль, вот тебе и центр. Непосредственно так выглядит наш отель со стороны. Это улица Циолковского и Королёва. Здесь музей Циолковского как раз. Вот сюда вниз идти, это будет набережная Оки. Прямо парк, музей Циолковского и к водохранилищу. Вот такое центральное местечко. И это отель «Шератон», в котором мы поселимся. Это лобби отеля «Шератон». Номер стоит 900 с завтраком. Такая прикольная люстра, которая ведет к лифтам. Очень высокая, на 5 этажей. Кстати, здесь еще в отеле есть спа и бассейн. До 9:30 работает, но мы не посетили. Когда идешь по коридору к номеру, здесь все на тему космонавтики. Вот белка-стрелка, Гагарин. И так далее. Это наш номер в Шератоне. Это я. Вот такой. Очень прикольная, кстати, гостиница. Вот так это все выглядит. И вот такой у нас вид. Мы специально попросили тихий номер, и нам дали во двор. Очень тихо, уютненько, очень классно. Вот такая ванна. Даже раковина тут, велероин бог. И вот такая душевая. Это ресторанчик, мы пришли сюда поужинать. Ну, имеется в виду ресторанчик, который при отеле. Это такой комплиментик и хлебушек. А это запеченный сыр сулугуни с малиновым вареньем. Это мы идем вниз к набережной реки Оки и к самому старому центру города, на улицу Театральная. Это мы подошли к Гагаринскому мосту. И это площадь имени Гагарина и монумент, конечно же, тоже Гагарину.
А вот мы уже и вышли на набережную к реке Оке, и тут у них центральный пляж. Закат, и мы пробираемся в самую центральную старую часть города. Это самый-самый центр Калуги. Площадь называется Старый Торг. Прямо это здание областной администрации. Вот это здание красивое красное. Это торговые ряды. Очень древние. Мы идем на улицу Театральную. Там она пешеходная, даже ее часть. Через 100 метров поверни. Прям напротив вот этой областной администрации вот такой парк. Очень приятно, полно скамеечек, можно посидеть, отдохнуть. Это местный главпочтамт, центральное отделение. А вот там, где шпиль собора, это гильдия. Здесь раньше селились купцы в этих местах, ну, поэтому, собственно, и называется площадь Старый Торг. Центр города очень симпатичный, нам вот очень понравилось. Не знаю, что значит это здание, но на нем написано «Господдержка». Ну, это мы уже идем какое-то время по улице Театральной. Впереди старая аптека. Очень прикольная колоритная улочка. Домики такие старые. А раньше эта улица Театральная с самого начала называлась Облупская. И это был вообще такой самый криминальный район. А это название пошло от названия таверен. И здесь запоздалые, скажем так, гости, подвыпившие, здесь их обдирали, грабили, убивали. В общем, это был супер неблагополучный район. Потом он уже много раз менял свое название. Там была и улица Ленина, и Кирова, кем только не был. Ну и сейчас стала эта улица Театральная. Очень много здесь таких старых улочек, таких вот ответвлений от этой Театральной. Очень прикольно. А вот здесь улица Театральная становится пешеходной. Зашли в кафе в самом центре. Кафе называется «Сластёна». Решили, что десерта нам не хватило. Часы на здании торгового центра, который прямо напротив театра. А это театр кукол, как раз напротив драмтеатра. И это улица Кирова. Народ кругом гуляет. Здорово. Очень много всевозможных храмов в центре города. В
Вот еще было какое-то голубое здание. Историческая или церковь какая-нибудь, и торговые центры. Их, кстати, тут немало. В общем, это оказалось здание Дома музыки. Это наш вчерашний ресторан, где мы ужинали. Здесь же проходят и завтраки. Завтраки, кстати, очень классные. И вот тут даже шампанское наливают, но мы не пьем. А вообще, реально хороший ассортимент. Отправляемся назад, решили дойти до центра Калуги по воде, до самого центра, ну там далеко не пройдешь, потому что мост, и тут уже ока очень мелкая, всего метр глубиной, и уже такая намного более узкая, и поэтому мы дальше решили даже не ходить уже, и разворачиваемся назад, в сторону дома, порта Серпухов. В общем и целом, очень понравился такой маршрут. Очень красиво, достаточно живописно, очень понравилась Калуга, рекомендую.